осталось. Через 7 минут отправляемся. Джек, мы не успеем туда спуститься. Поезд! Что случилось? Да Ваня нет. И Джеки нашего тоже. Где Ванька? Тоже. Нету Вани. Бабоньки, к вагону. Ты видела Ваню? Давайте, давайте. К вагону, я сказал! Ванька, клянись! Никогда! Никому! Клянусь! Клянусь! Это только наша тайна. Клянись! Да клянусь я, клянусь! Землю жри. Граждане, фотография на память. Ой, Становитесь. Фотограф ждет. Это же фотография. Где же они? Раскаивайся, сейчас пробежит. Кто в вашем доме жить будет? Не знаю. Хочешь, ты живи. Не, я здесь не останусь. На летчика выучусь. Летать буду. И к тебе тоже. В Азию! Да вон они чешут! Ну! Ванька! Ну, наконец-то! Вы где вас черти носят? Давай, быстро! Ну-ка, Силе, давай! Все? Готовы? Снимаю! Сколько это будет стоить? Вам лучше узнать об этом в клинике у профессора. Если он, конечно, согласится поднять на ноги вашего мальчика. Но, в принципе, такие операции очень дороги. И вы должны быть к этому готовы. У меня все. Я поехал. До свидания. Спасибо, доктор. Да. Я вот вам записал московский номер телефона и адрес профессора. Специально для вас узнал. Огромное спасибо, доктор. К сожалению, больше ничем помочь не могу. Все хорошо будет. Наелся перьев. Сейчас мы все отряхнем, а тут как воробей. Доктор дело говорит, деньги надо искать. Иначе Жайка на ноги не поставишь. Ну и когда ты обратно? Не знаю. Все зависит от того, насколько быстро смогу найти одного человека в Сибири. Это кого это? Черт упрямый. Он думает, что в России его кто-то ждет, что кто-то поможет. 20 лет прошло, брат. Там у нас из родственников никого в живых-то не осталось. И тебя, дурака, убьют. Дуракам везет.
Доктор дело говорит. Деньги надо искать. Иначе Жайка на ноги не поставишь. Там у нас из родственников никого в живых-то не осталось. Джек, мы не успеем туда спуститься. Поезд! Поезд! Граждане, просыпаемся! Просыпаемся, граница! Документы приготовьте паспорта! Документы. Просыпаемся! Уже граница, приготовьте паспорта! Граница! Приготовьте паспорта! Куда едем? В Россию. Конкретнее, Россия большая. В Упрямск, к родственникам. Паспорт просрочен. Деньги на штраф есть? Нет. Вещи собрал, на выход. Алма-Ата прибыл на первый путь. Стоянка поезда 7 минут. Сержант! Прими нелегала! Есть! На, паспорт отдашь ему. Рядом. Молодец. Тютелька в тютельку. Молодец. Ну, не стреляй гляделками. Понадобится, заберешь. И патронов прикупи, мало осталось. Не забудь. Хорошо.
Добрый день. Добрый. А ты кто? Я не признаю. Иван Малышев. Мы с вами вроде родня. Я из Казахстана приехал. А жили мы в переулке Третий дом. У реки. А, ну, заходи. Раз родственник. Сейчас проверим, оцерели или нет. Вот проверил, живые. Вот 9 штук, все, что есть. Сейчас с такими ружьями уже никто не ходит. Прошлый век. Спасибо. На охоту собрались? Нет, по банкам стрелять. Понятно. Вас давно что-то не было видно. Я уже думал, вы уехали из Упрямска. А вы еще, оказывается, здесь. Задержалась. Но я уеду обязательно. Нет, нет, что вы. Вы заходите, вы очень красивая женщина. Так у тебя ж патронов все равно больше нет. Да. Всех помню. Все мы были как родня. А в Казахстане-то где вы жили? На прииске. А. Куда приехали, там и жили. Там я родителей похоронил. Ну, а потом прииск закрыли, и я без работы остался. Но нынче у всех не сложилось. Не только у тебя. Вот из всей родни один только местный урядник, Андрюшка Хромов, хорошо живет. Гнида гнидой. А вот эти? А, мамонтовы. Старик уже 10 лет как помер. А потом и жена его. А сын? Джека. Да будь он неладен. Я слышал, посадили его надолго. Сидел. За золото посадили. Жаль, в тюрьме не подох разбойник. Ну, наша натура упрямой. Ну, а сейчас-то он где? В райцентре осел, а в Упрямск наведывается. У мужиков золото скупает по дешевке. Да еще, говорят, людей крадет. Людей крадет? Зачем? А я почем знаю. Ну, случаи такие бывают. Вот живет человек, а потом пропадает. Как сквозь землю. А люди говорят, это Джекиных рук дело. Зуй! Слышь? Подох ты там или нет еще? Я жив, Джека! Жив! Это все твои новости? Отпусти, Джека! Здесь нет золота! Ты знаешь мои условия? Нет здесь ничего! Слышишь? Поторопись, Зуй! Долго не протянешь! Не бросай меня, Джека! Не бросай! Джека! Не бросай! Ha 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 ha
Я тебя хорошо помню. И родителей твоих, и сестренку. Как ее? Ольга. Ольга. Она сейчас где? Она в Казахстане осталась. У нее муж и маленький ребенок. А ты, значит, сюда рванул. Правильно. Сейчас все в Сибирь прут. Даже китайцы. Саранча. Да их тут кругом. Приезжают в курточках дешевых, в тапочках. Лички у всех такие наивные. А через год уже жируют. А я русский. Я вон с армией при погонах. У меня сейчас и печать, и пистолет, и полная власть в Упрямске. А бабло все равно мимо. Это справедливо, ты мне скажи, а? Ты сам-то сюда зачем? Золотишком интересуешься. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот, покупай. Дешевле отдам. По-родственному. Спасибо, конечно, но денег у меня нет. Купи себе такое, Джек. У тебя денег хватит. С каких это пор ты стал мои деньги считать, Сильвер? Чего притих? Нам пора. Мао реально закипает. Закипает? Ну, надо идти, раз закипает, чтобы не сбежал. Джека, про тебя все говорят, что ты серьезно болен. Зачем ты куришь? Волнуюсь, Мао. Правильно. Тебе нужно волноваться. Ты плохо работаешь. Почему? Потому что здесь слишком мало золота. Его и в земле мало осталось, Мао. Старатели последние подгребают. Три года назад, когда ты вышел из тюрьмы и пришел ко мне работать, тогда золота было много? Тогда гибли твои люди. Сейчас они все живы. Я навел здесь порядок, правильно? Порядок есть, золота нет. А ты мне всегда говоришь, что будет больше золота. Зачем ты такое говоришь? Нужно всегда надеяться на лучшее. Я не могу надеяться. Я за все плачу. За самолет плачу. И ментам вашим тоже плачу. Менты ваши, Мао. За перевозки в аэропорту я тоже плачу. Мне это стало очень невыгодно. Сегодня днем ты ко мне позвонил и сказал, что у тебя есть 10 килограмм золота, а здесь 3. Я взял на все 10 деньги. Зачем ты такое говоришь? Вот. Хочешь эти деньги? Принеси еще золото. У тебя есть? Есть.
Есть заначка. Заначка? Ага. Сильвер, принеси. Ушли. Сильвер, ты придурок. О, Господи. Все знают, чей это перстень. Джека, как делить будем? Как обычно, половина мне, остальное вам. Ага. Сильвер, потом посчитаешь. Звони за Ики и узнай, кто в Упрямске ходил под китайцами. И всех под корень! Ладно, Иван. Паспортину свою оставь. Печать шлепну, регистрацию, а на работу китайцам тебя пристрою. Будешь золото в Пекин возить. Физиономия у тебя подходящая, положительная. Спасибо, Андрей. Сочтемся. Паспорт он в ящик брось. Я и сам когда-то в праздник с позаранку. А к Джеке Мамонтову нельзя меня пристроить? Это тебе зачем? Ну, повидаться хотел. Мы в детстве дружили. Знаешь, как найти Джеку? Да. Ты чего темнишь, родственничек, а? Джека бандит! Беспредельщик! Недалеко от второго срока ходит! Тебе-то это зачем? Ну-ка. Давай по-быстрому. Да куда ты? За печку давай! Погнали.
ты ищешь? Джек, услышал про такого? Да кто о нем не слыхал? Золотишко скидываешь? Да нет, сам хочу купить. У меня покупай. Здесь два шарика. На что похоже? Правильно, на фаллос. Уникальный самородок. Шедевр. Я шедевром не интересуюсь, мне что-нибудь попроще. Если надумаешь, то с ним долго ходить нельзя. Сегодня нашего мента Андрюху Хромова грохнули. Слышал? Нет. С китайцами путался. А твой Джека конкуренции не любит. Его рук дело. Точно говорю. В один день. И Мал, и Андрюху. Джеку где найти, знаешь? А бес его знает. У него здесь свой человек, Заика. Это вот его заведение. Что, сильно заикается? Ага. У него по ту сторону заведения вход свой собственный. И дежурят круглые сутки. Только золото они тебе не скинут. Сами скупают. Дурят вовсю. А куда деться? Я свой самородок Андрюхе хотел скинуть. А теперь куда я? Возьми, а вы мне уже ухо натер. Я подумал. Да не бойся, не сдам я тебя. Что же ты? Ты такое богатство прятал, а? Не жадничал бы. Был бы при бабле. Жадность вредит достатку. Мусик! Каратель! Погнали. Здорово, Заика. Здорово. Ты у Андрюхи Хромова вместе с золотом мой паспорт подрезал. Мусик, пошел ты в жопу! Очумел хорек залетный. Джек от тебя достанет. Поехали за паспортом, а потом к Джеке. Он не обрадуется. Ну, куда? Налево сверни. Даю тебе 2 минуты.
чтоб без глупостей. На тебя, Мусик. Мне одной минуты хватит. Я же тебе говорил, без глупостей. Никому! Клянусь! Это только наша тайна. Клянись! Да клянусь я, клянусь! Проснись, герой. К тебе пришли, ну. А что это ты по утрам такой пугливый стал? Твое? Ты у Заики вчера забыл. Золото оставь себе. Что мне надо, я взяла. Ты разве не за золотом приехал? И да, и нет. Объяснять долго. А ты, значит, торопишься? Тороплюсь. Хорошо. Я подожду, пока у тебя минутка свободная будет. Кто она? Это Рита. У нее прошлой осенью мужа убили. Кто убил? Заика? Да Джека приказал. А Заика убил. А после вчерашнего и тебя убьют.
Забирай свое золото и уходи отсюда. Это не мое золото. Все равно забирай. Твой брат не приедет. Найдет свою женщину и не вернется. Вернется. Он обещал. За паспорт спасибо. А это забери. Я же сказала. Я Джеку ищу. Потому и приехал. Я тоже его жду. Он в нашем городе всегда внезапно бывал. Наскоком по ночам. Хромова боялся. Теперь ему бояться некого. Скоро приедет. Спасибо тебе. Приедет он. Не трогай его. Он твой друг? Был другом. Сейчас не знаю. Хозяина знаешь? Так что теперь? Про самородок мой, верно, слыхала? Слыхала. Видишь, оно как. Останусь, Джека подумает, что это я Заику завалил. Если уедешь, так и решит. Догонят они тебя. Мама, мамочка, мамочка. Ну, хватит ныть. Ты мужик или баба? А что делать? Что делать? Куда бежать, а? Что мне делать? На, забери. Спасибо.
Здесь дороги когда-нибудь делают вообще, а? В этом сраном Упрямске. Зачем поехал? Без тебя бы управились. За дурака меня, что ли, держишь, Джека? Если бы вчера с вами не поехал, сегодня уже пролетел бы мимо этого китайского чемодана. А в нем, по моим даже скромным подсчетам, минимум 300 штук. Это первое. Второе. Здесь замочили Заику. А он был моим другом. И, наконец, третье. Твой клад, Джека. Я все еще верю в него. А вдруг сегодня тебе повезет? Ты найдешь его. И что? Достали золотишко и к морю? Без меня? Нет. Я потому и Сильвер, что у меня нюх есть. Клад найдется, всем будет доля. А ты... К примеру, что со своей сделаешь, Сильвер? Дом куплю в Сочи. Джека, тебе бы тоже не мешало климат сменить. Я подумаю. Честно. Выходить. Джеки загнется скоро. Изнутри уже сгнил весь. Нельзя ему умирать. Рано. Пусть поживет. Пусть, но недолго. В Сочи дома быстро дорожают. Под лавки забились, бараны. Встали все! Встали! Нам нужен его самородок! Он был у Заики, когда его замочили. Цена этому самородку штука. Я все правильно сказал? Штука, все верно, больше он не стоит. Все слышали? Тому, кто принесет этот самородок, Джека даст 10 штук зеленью. При условии, конечно, если он покажет того, кто прострелил череп Заики. А можно и просто информацией поделиться. Не бесплатно, естественно. Ну как там, есть желающие? Ну подумайте пока. Сейчас посиди с ним. Угу. Ты как сюда забрался? Ты чей? Ничей? Ну, пойдем со мной. Что надо? Thank you.
туда. Хренотень нагородили. Никого. Ну, где постоялец-то твой? А он мне не докладывал. А. Встал утром и куда-то ушел. Ночевал-то дома? Здесь ночевал. Смотри, старуха, если врешь. Его там все равно нет. А старуху они не тронут. Мы здесь надолго застряли. Давай, дровишки, носи, носи. Я бегать ни от кого не собираюсь. Бегать не надо. У меня подождем. Так это значит, ты Джеки метку поставил? Я. Что еще между вами? Золото. Твое золото? Наше с Джеки золото. С Джекой в доле? Плохой расклад. Теперь знаю. Но это старый расклад. Передумала идти на охоту? Приманку жалко. Музыка, которую ты играешь, нравится.
Какие новости? Пришлый какой-то Джек. Здесь у бабки тормознул. Зовут как? Не в курсах, шляется. Может быть, слинял уже. Добрый вечер, родственничек. Добрый. Твой постоялец, кто он? Человек. Имя есть у человека? Есть. Иван. Мы не успеем туда спуститься. Поезд! Поезд! Ванька, клянись! Никогда! Никому! Клянусь! Это только наша тайна. Клянись! Да клянусь я, клянусь! Землю жри, землю жри! Ванька Малышев. Вещи где его? В комнате. Под подушкой ищи. Что молчишь, старая? Где он? А? Он сказал, зачем вернулся. Думала, что ты знаешь. Чё стоишь здесь? Чё с портфелем? Считайте, тут три ваших доли. Костер потушите и затаитесь. В доме! А ты? Ты куда? Я скоро буду. Пришлый придет, придержите его. Только не трогайте без меня. Сильвер, а что это с ним? Похоже, тот, кого Джека ждал, вернулся. Я же говорил, у меня чутье!
Ванька! Смотри. Конечно, мы должны были принести этого несчастного в поселок, похоронить его по-людски. Но тогда бы мы потеряли наше золото. У нас бы его просто отобрали. Я спустился в шахту один. Джек остался наверху, чтобы помочь мне выбраться. Там внизу оказались лабиринты в несколько километров. Ванька! Иван! Я хотел позвать Джеку на помощь, чтобы понадежнее спрятать золото. Вдруг, неожиданно для самого себя, понял, что нашел самое надежное укрытие. В ручье спрятанное золото никто искать не станет. Джека был наверху. Он так и не узнал, где именно я спрятал золото. Перед самым отъездом в Казахстан мы хотели достать золото, но не успели. И тогда мы с Джекой поклялись, что друг без друга к этому золоту не приблизимся никогда. Ты хочешь сейчас с ним туда, в шахту? Я для этого сюда и приехал. За своей долей. Он тебя не отпустит. Ты красивый. У тебя глаза добрые. Руки нежные. Не уходи. Давай уедем вместе. Ведь у нас есть золото, которое я взяла там, у Заики. Это чужое золото. Я не могу его взять. Глупый. Ты что, жить не хочешь? Хочу.
Но я азиат. И родина моя Упрямск. Я, честно говоря, сомневаюсь. Здесь он, здесь. Можете не сомневаться, я сам видел. Мне бы деньги обещанные получить. И я отвалю. Сильвер, расплатись. Пойдем. Выходи. А что здесь-то нельзя? Выходи, выходи. Ты что, пересчитывать собрался? Ну, идем, дружочек. Прогуляемся, рассчитаемся. Я руку-то положил на плечо. Да ладно. Навалился, как кабан. Я ж любя. Ты мне помогаешь, я тебе. Если со мной что-то случится... Если со мной что-то случится... Это адрес сестры в Казахстане. Ее зовут Ольга. Что ты вершишься-то, а? Тварь укусила, а? Надо же. Ну ты посмотри. Прямо до крови, а? Джига, это он? Он. Ну и чего мы ждем? Джека, нам бы как-то сразу договориться насчет золота в шахте. Рано договариваться. Где золото, знает только он. А что у него на уме? Ты что, его в долю брать собрался? Джека, ты нас пойми правильно. Расклад надо сразу знать. Я этой минуты 20 лет ждал, ублюдки. Вам на халяву упала доля, и вы что придумали, уроды? Вы решили этого парня стволом запугать? Или вы меня решили запугать? Гниды перхотные.
Да вам по интеллекту огурцы из банки красть. Ты что хочешь, урод? Квадрат! Ты золото хочешь? Тогда какого хрена ты упер свой гнилой ствол? Как раз в то место, где информация заложена, дебил! Убери ствол, Квадрат. Долго ж ты, Ванька, возвращался? Так и путь не близкий. Собрался было к тебе, так говорят, в тюрьме Джека. Десятку отмотал. Я в курсе. За дебила он мне ответит. Обоих в шахте оставим. Пусть только золото для нас достанут. Рад тебя видеть. Красивая женщина живет в этом доме, Вань. Я когда-то хотел ее. Нас поссорили. Мои люди убили ее мужа. А у тебя, я вижу, все хорошо с ней, а? Потом об этом поговорим. У меня племянник в Казахстане. Ему нужна срочная операция, нужно много денег. У-у-у. Сейчас расплачусь прямо. Как трогательно. А за Ику ты тоже завалил ради племянника? За Ика сам нарвался. Я просто хотел тебя найти. Чем докажешь? Не знаю. Просто поверь мне. У Заики был самородок. Верни, я поверю. Я вернул самородок. Хозяин. Сильвер! Да! Обыщи старателя! Я обыскал Джека! Пустой он! Ты уверен? Чё с него взять-то? Ну и кому мне верить? Мне. Поехали. Сильвер, место уступи. Боже, какой же я тяжелый. Чё ты пялишься? Джек, останови. У твоего приятеля со слухом проблемы. Что? Я говорю, тормозни. Джек, что он делает? Скажи ему! Эй, ты чё, урод? Ты туда же. Это было у него в ухе. Было, Джека, было! Отдать не успел! Джека, бес попутал! Прости! Квадрат, ты тоже с бесом подружился? Джека, я тут... Беги, Квадрат! Бегу! Прости, Джека, не убивай! Ты как, со мной или с ними? Джека, ну, тобой, что ты сделал-то, Джека? Ну, ну, посмотри! Поехали! Ногу испортил! Новую ногу!
твари! Джека, меня! Твари позорные! Джека! На нервишки не жалуешься? В Казахстане не дали расслабиться. Везде одно и то же. Кто-то сильный, кто-то слабый. Так и есть. Теперь я за тебя спокоен. Ты там ничему не удивишься. На. Держи крепче. Он справится. Да? Как я старался! Ты не там искал, Джека! И эти бедолаги тоже! Ванька! Ты нашел наше золото! Ты где? Молчи! Я юность свою там сгноил под землей, Ваня! А помнишь, я ведь мечтал высоко летать! Лет прошло, Ванька! Я не могу больше ждать!
Я понял, Ваня? Ты боишься, что нас здесь двое? А ты там один? Сейчас я решу эту проблему. Джеки! Ты... Джеки! Все, Ванька! Теперь мы с тобой одни, как договаривались. Джека, здесь нет золота! Повтори еще раз, что ты сказал! Я говорю, здесь нет золота. Это шутка такая, Вань? Мне не до шуток, Джека. Ванька! Ты сейчас пользуешься тем, что я тебя не вижу и не могу всадить тебе пулю в лоб! Это злая шутка, Вань! Я легкие свои сгноил в этой яме, Ваня! Пока ты там в Казахстане на солнце грелся! Я искал наше золото! И не нашел его! Ты знаешь, какие я все эти годы сны видел, Ваня? Что ты приехал! И что мы искали с тобой наше золото! И что мы его нашли! А теперь ты там внизу и говоришь... И говоришь мне, что его там нет! Вань! Нельзя так шутить, Вань! Вань! Я не шучу, Джека. Зря ты, Джека, столько людей загубил! Неправильно это! А их души на твоей совести, Вань! Ты слишком хорошо спрятал! Согласен. И на моей тоже. Ваня! Вань! Я слышу, Ваня, ты там надолго застрял. Хорошая музыка. Я через пару месяцев с друзьями приеду, послушаю. А ты... А ты к этому времени пока подумай, куда наше золото спрятал. Thank you.
Ваник, как же так? Обмануть меня хотел? А я, дурак, тебе поверил. И правильно сделал, Джека. Чёс! Ай! Ствол дай! Чё? Я говорю, ствол дай! Зачем, Джек? Чёс? Привет, сатане! Джека! Теперь ты видишь, что я не шучу, Ваня? Сумку, Вань. Твоя доля там внизу, Джека. Я передумал, Ванька. Я не буду с тобой делиться. Дай сумку, Ваня. Дай! Не делай этого, не надо! Я буду ждать тебя. Всегда. Я скоро вернусь. Давай! Давай, родимый!